Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И смотрите, что у меня сегодня для вас есть, друзья, интересного. Коляска от компании Espira, Espira Польша, вдруг кто не знал. И есть у них вот такая колясочка. Она относительно недавно появилась в ассортименте, первая коляска магазина в сети. Кстати, 11 магазинов по России. Если что, я думаю, в вашем городе, скорее всего, она тоже есть. Вот. И коляска называется Wave. Это прогулочная коляска, как вы видите. И чем она меня зацепила, друзья? У Espira, если вы посмотрите, есть классные колясочки. Они, наверное, локомотивы вообще по продажам в сети магазинов «Первая коляска». Но их в большем соотношении продается, по крайней мере, ну, очень много. Вот, чем остальных. И это не просто так, потому что очень хорошее соотношение цена, качество и то, что вот мы получаем за относительно небольшие деньги. Вот эта колясочка, например, сегодня, сегодняшний день, я говорю, смотрите дату выхода ролика, не знаю, когда вы будете смотреть. И ссылка, кстати, на коляску будет внизу в описании на First Buggy магазин. И там вы увидите официальную цену. А сейчас она составляет 23 900 рублей. И за 23 900 рублей, учитывая нынешние реалии, нынешние цены, это очень хорошее предложение, друзья. И они очень качественные колясочки. Не реклама, сразу вам говорю, просто говорю как есть, потому что колясочка действительно интересная. Посмотрим, что она из себя представляет. В двух словах технические характеристики. Производитель дает гарантию год. Неплохо. Вес сиденьем 9,5 килограмм. Это не самая легкая коляска, но это, знаете, как относится к более-менее легким все-таки прогулочным коляскам. 120-175 у нас наклон спинки, сейчас увидите. И возраст ребенка, как заявляет производитель, с 3 месяцев до 3 лет приблизительно. Я думаю, что чуть больше по годам можно, потому что 22 килограмма выдерживает ребенка. Колясочка и 57 сантиметров колесная база, ширина колесной базы. Поэтому в любой лифт вы везде заедете. Смотрите, сильная сторона колясочки – это козырек. Вот с такой вот дополнительной секцией с москиточкой, открывающейся. Закрываем ее, она нам не нужна. Мы видим с вами сейчас вот кучу секций, но вот эта секция, она у нас на замочке открывается и закрывается. Много можете закрыть. Вот, соответственно, сейчас вы видите его в максимально раскрытом положении. И что нам это дает, друзья? Видите, она идет внахлёст аж до бампера. Ветер, непогода, дождь, с ветром. Ребенок, в принципе, хорошо закрыт. Плюс ко всему в комплекте идет вот такая вот хорошая теплая накидочка на ножке, которая снизу идет с нахлестом на колясочку, она снизу одевается. И ребенок очень плотно, хорошо закрыт. И крепится она на кнопках. Не на липучках, а именно на кнопках. И держится хорошо. И учитывая вот эту совокупность накидочки и козырька, ребенок очень хорошо закрыт. Вспоминаем цену. В принципе, очень даже хорошее предложение. Так, давайте сверху вниз пойдем. Что мне нравится в этой коляске, так это хват, ручка. Я очень обращаю на это внимание, потому что за ручку мы держимся все время в коляске, и я не должен раздражаться. Здесь с этим все хорошо. Эко-кожа, ручка толстая, мягенькая, достаточно такая вот упругенькая. В общем, классно. И по высоте у нее есть возможность регулировки. Вот как это происходит. Вот. Собственно, очень неплохая ручка. Мне нравится, она удобная. Дальше. Давайте посмотрим на сиденье. Сиденье у нас с матрасиком. Дополнительно он идет в комплекте, он съемный. Но я бы не снимал, потому что он никак не мешает. И он очень мягкий и тактильно приятная ткань, друзья. Поэтому матрасик бы я не трогал. Я сейчас подниму спинку на максимум. Все, чтобы вы увидели те самые 120 градусов наклона спинки. Это, в принципе, нормально. Он не сильно завален и нормально, комфортно сидеть. Пятиточные ремни, мягкие накладочки везде и на паховой зоне. Бампер у нас с возможностью откинуться как калиточка. Тоже в эко-коже, само собой. Подножечка у нас. И что классно, практично, у подножки снизу здесь эко-кожа. И легко будет, соответственно, ее чистить. Ну и ступенька для ребеночка, соответственно, тоже есть. Давайте с вами посмотрим на заднюю стеночку,
Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть такой вот кармашек глубокий. Это за место сумочки. В принципе, самое необходимое вы сможете сюда упаковать. И регулируется коляска здесь с помощью ремешков. Не механизмом каким-то, а обычные ремешки натягиваем, где надо, опустили. Плюс такого механизма простота, надежность и... Вы где вам надо, там остановили. У вас нет каких-то ступеней, где вы можете только так, так или вот так. Где надо, там остановили, там оно и будет. Так, давайте посмотрим с вами на основание. И в основании мы видим хорошую крепкую металлическую раму с усиленной дугой, с удобным вместительным багажником. Я считаю его большим, вполне себе хороший багажник. Классным тормозом. Мы оба раза нажимаем сверху и, соответственно, не пачкаем, не портим обувь. У нас здесь очень приличная амортизация. И, наверное, вот в этом классе, среди вот такой цены, здесь, наверное, самая мягкая подвеска, как по мне. Колеса здесь резиновые, очень мягенькая. Она прям едет дорого. Спереди амортизация тоже есть, очень мягкая, причем амортизация. И, естественно, колеса с возможностью блокировки. Куда без этого? Вот, поэтому технически по базе у меня вообще 5 баллов из 5 я бы и поставил, потому что мне придраться не к чему. И давайте теперь посмотрим, как она складывается. Складывается она с помощью ручки. Здесь вот есть рычажок, оттягиваем и кнопка. И толкаем ее вперед. Если смотрели мои обзоры и разбираетесь немножко в колясках-прогулочках, вы поймете, какой еще бренд так умеет. Она складывается внутрь, сама в себя. Вот. И, соответственно, есть у нас ручка для транспортировки. На ручке есть резиновая вот такая накладочка. И вам не давит сам ремешок. Поэтому все хорошо. Вот так она у нас складывается. На самом деле, вот... Даже не знаю, какой минус назвать, а то скажете, что я хвалю, но мне действительно не к чему придраться. Еще и смотря на цену, друзья, это хорошее предложение. Может быть, кто-то бы хотел, там, я не знаю, более премиальные ткани, но вы бы это сразу увидели в цене, вот ту самую хорошую, лучше ткань, чем здесь. Но она здесь тоже очень приятная и хорошая, поэтому я не знаю, что здесь не хватает. Так, накидка на ножки уже показал. Ну, единственное, нужно будет докупить, если вам нужен подстаканник и дождевик. Ну, и москитка, если она когда-то вам вообще понадобится. В общем, в остальном все прекрасно. И я, соответственно, рекомендую обязательно не проходить мимо этой колясочки. Как минимум, обратите на нее внимание. Приезжайте в магазин с ребеночком, потестите. Или можете, чтобы вам домой привезли там две колясочки на выбор. Вы дома быстренько посмотрели. Вот, и уже сделать выбор. А с ней вы точно не ошибетесь, друзья. Поэтому вот моя рекомендация. Обязательно посмотрите на нее, ссылка внизу в описании. Ну, если видео было полезно и интересно, жду от вас лайки, комментарии. И хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.